Мы приветствуем вас. Вот уже гость у нас здесь в студии, ведущие тоже. Как обычно, Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Немножко запыхались, да, Азиз Алиевич? Нет, хорошо. Нет, все хорошо. Погода радует. Перед передачей пройтись, понимаете, нагулять аппетит. Да. Тем более, что у нас тут... Гость соответствующий. Гость соответствующий. Нагулять аппетит, потом поговорить о хорошем. Гости есть гости. А ведь гость, говорят, такой мастер, что он может приготовить все, что ты даже не поймешь, что ты кушаешь. Это страшно. Что касается нашего гостя, то мы давно его зазывали, так уж честно признаться, и надо сказать, что нашим слушателям он хорошо знаком, уже немало передач выходило с участием. Я имею в виду Игоря Мурадовича. Это Игорь Мурадович Бар Слива. Добрый день, основатель и владелец кафе «Тифлис». Вот так вам вас есть представляем. Такой, да. «Тифлис» – кафе грузинской кухни, находится в нашем городе. И мы сегодня с Азизом Алиевичем решили продолжить нашу традицию. Все-таки лето, время отпуска, отдыха, путешествий. И да, почему бы нам не отправиться сегодня, благодаря Игорю Мурадовичу, в Грузию, совершить такое радиопутешествие, радиоэкскурсию? Да, а потом не просто радиопутешествие, а потом ведь можно и... Я не знаю, можно об этом говорить или нельзя, но потом, слушая этот радиоэфир, можно прийти в кафе «Тифлис» и покушать там соответствующие грузинские блюда, понимаете? Смело, смело можно делать. Вот видите, смело, говорит Игорь Мурадович. Вот, а просто так спокойно можно? Вот, пока вас не было, Игорь Мурадович спрашивал, был ли я в Грузии? Я сказал, что нет, но, к сожалению, вот не довелось. Азиз Алиевич. Я обычно так не говорю. Я говорю, я еще не был. Еще. Так что мы... Игорь Мурадович сказал, значит, можно лукавить, значит, можно обманывать. Что есть, что есть, что нет. Нет, лукавить, я думаю, что Игорь Мурадович такой человек, что он лукавить не будет. Он все скажет прямо и как есть. Постараюсь быть правдивым, субъективным. Вот, скажите, насколько это возможно, пожалуйста. Игорь Муратович, скажите, пожалуйста, вот скажите тем людям, которые этим летом еще не бывали в отпуске, но сейчас вот его планируют и хотели бы выбраться куда-нибудь за границу. Ну, знаете, у нас вот Турция, там, Тунис, еще что-то. Которые не уделяют внимания Грузии. Вот что вы им скажете, что они много теряют? Я хочу сказать, что вот на протяжении почти двух веков, как Россия, Грузия вошла в состав России, тогда вот Россия познакомилась с Грузией плотно. Сегодня я не встретил еще человека, который бы сказал, нет, мне там не понравилось, нет, там невкусно готовят, там грубо принимают. Такого ничего посмотреть. Природа некрасивая, да, и так далее. И природа некрасивая. Поэтому много очень турфирм. Помимо турфирм есть еще отдельные такие гиды, которые предлагают разные туры Грузии. Например, очень интересные это паломнические туры. Очень интересные. Я вот не более как месяц назад приехал из Грузии, но я ездил по своим делам, специи привез оттуда свежие. Угу. Да, это обязательно. Год-два раза мы специи привозим из Грузии свои. Это к передаче, чтобы потом с радио как бы записью прийти и там покушать. Вы говорили, да, что привезли. Сравнить. Там очень интересно. Например, я сейчас удивился даже. Я был в Кахете. Давид Горечи такой, лавра такая. Она на границе с Азербайджаном. Грузия, Азербайджан. Давид Горечский, лавра. И когда с настоятелем я общался, он обратил внимание, говорит, вот посмотри, сейчас мне из Москвы привезли панно. Давида Горечи, панно, в человеческий рост. И говорит, как ты думаешь, кто это соткал? А соткали это женщины, которые молились ему о чадородии, как в этом говорят в христианстве, то есть... где-то рождение. О продолжении потомства. Да, и это все у них получилось, и вот они собрались, и вот это панно выткали и прислали. Отец Иоанн из Москвы, маленькой делегации привез, и вот там она сейчас это висит. Было очень приятно смотреть на это панно. Оно передает вот это чувство вот этих людей, которые с какой любовью это все делали, женщины, которые родили детей. Там это. То есть, когда люди приходят не просто...
приходят, там, посмотрите налево, посмотрите направо. А сейчас уже в основном приезжают, знаете, зачем? Если беды какие-то есть, они молятся. Там, где усопшие похоронены, вот эти настоятели монастыря. Ну, это да, это очень... Это. И очень, очень много. Я даже не ожидал. Я часто бывал раньше. Ну, года 3-4 не было, вот сейчас поехал. Я просто удивился, там, я не знаю, сколько машин стоят, автобусов стоят с туристами, молятся. Потом... А туристы из России, соответственно? Из России. В основном из России. Ну, я думаю, потому что, и прежде всего, потому что Грузия и Россия — это как два брата, да, молящихся, как бы, да, собственно говоря. Православные. Ну, белорусов встречал тоже, тоже наши, как бы, белорусы, там, это, украинцы тоже наши там были. Угу. Вот. И при том с семьями приезжают туда, не так вот тут одиноко. Семья, вот встречал, общался с белорусской семьей из Минска. Вот, они очень хотят иметь ребенка. Вот приехали сюда, уже в третий или только четвертый раз за это время они посещали этот монастырь. Угу. Очень интересный монастырь есть недалеко от Тбилиси. В честь 13 ассирийских монахов. А ассирийские монахи – это первопроходцы, которые после святой Нины, которая в IV веке крестила царский двор, а в VI веке они пришли и уже всю Грузию, так сказать, охватили. Православие, так сказать. То есть выполнили свою миссионерскую, да, функцию. Да, волю Божию, да, по воле Божией они пришли. И вот там маленький монастырь построили селяне сами за свои деньги, и государство ничего не помогало им. И там служба идет на языке Иисуса Христа, на арабейском языке. Вы хотите сказать, что священники, вы вот в этом, как бы, те, кто ведут эту службу, они владеют арамейским языком? Вот в этом монастыре. Вот да. Именно в этом монастыре. В этом монастыре, да. В этом монастыре, да. И очень тоже много паломников, которые хотят послушать вот этот язык, вот это песнопение, вот это. Да. Все службу прослушать, вот, понимаете, это очень так трогает, очень трогает это. Что еще сказать? Много там. Шиоквиме, ну, Цхета, это все мы знаем, святый Цховели, там, Хитон, Спасителя там, с этой святой Сидонии похоронен. А это в каких местах, как бы, вот, называете? Ну, Цхетхи, вот это понятно, как бы, известный там, да? Да. А Хитон там где? Вот это Цхета, святый Цховели монастырь. А еще? Это тоже в том же районе, вот это 13 ассирийских монахов. Они 20 километров от города это. Там где-то 5-6 километров от Цхета. Ага. Все рядом это. А Давид Горыч, это уже Кахетия. Это восточная Грузия. Это туда надо километров 90. Ну, это красивейшие места, сразу скажем, так сказать, сами по себе. Да. Сказочные места. Да. Сказочные. И уж если храм в таком месте, то там вообще, да, наверное... Да, да. И люди вот этим проникаются. Но нельзя не проникнуться вот всеми вот этим. Каждый кирпич... Каждый камень — это много сотен лет, понимаете, этому камню там, ну, очень много. Ну, сразу скажем, что почему ассирийское, мы все должны помнить, что ассирийское государство в свое время простирало свои границы, да, в том числе и до нынешней, так сказать, Грузии. Да. Территория в границах, да. Империя была, она даже по сегодняшним меркам считалась бы империей. Это начиная от Месопотамии, это Египет, это Армения, Урарту, Средиземное море. То есть... Ну, кто изучал древнюю историю, тот должен как бы... Представлять. Представление должно быть, да, должно быть. И еще я что хотел сказать. После того, я с чего начал, после того, когда Грузия воссоединилась с Россией, то интеллигенция сразу почувствовала вот вкус Грузии, еще царской России. Вот поэты Серебряного века, допустим, очень были довольны и Пушкин, и Лермонтов, что их сослали в Грузию. А кто был бы недоволен, слушайте, да? К нам Вятку тоже ссылали. Мы тут родственные какие-то. Меняем, да? Территории. В советское время очень много тоже туда приезжали. Это мекка была для интеллигенции, особенно поэтов и писателей. Это даже как-то один из журналистов, советских журналистов, спросил: ну чего-то вы так часто ездите в Грузию,
что там? Он как поэт и ответил коротко: там очень много любви. Mm-hmm. Ну, я думаю, и сейчас представители творческих, да, профессий... Они общаются. Не обходят стороной, приезжают и наслаждаются. Да. Контакты полны. Mm-hmm. Там и концерты, и театр, и балет. Там очень много контактов, mm-hmm. очень много контактов. Ну, наверное, политика политикой, разорвать как бы вот эти невозможно. Вот душевные связи невозможно. Между людьми практически невозможно. Невозможно. Да. Это же, тем более между грузинским и русским народом. Это, я считаю, что невозможно. Вот любого туриста, кто был, спросите, любой деревне глухой, он говорит, они там свое дело знают, а мы свое дело знаем, народ. Угу. Как дружили, так и будем дружить. Понимаете, в чем дело? И всегда принимают они, правда, очень-очень гостеприимно. А гостеприимство... Что такое грузинское гостеприимство? Давайте. Ой, такой вопрос. Давайте поясним. Гостеприимство? Ну, что вам скажу? Я задавал этот вопрос настоятелям, практически, где я был, всех монастырей, больших монастырей. И Щемгвиме, и Мцхета, и вот 13 ассирийских, и Давид Гареджи. И все они говорят, что корни заложены в христианстве, в православии, гостеприимство. Там Иисус требовал, Спаситель требовал, Иисус Христос, чтобы быть гостеприимным, поделиться последним куском хлеба. Гость, сейчас тоже, вот у нас тоже такой девиз, кафе, гость – посланник Бога. Mm. Понимаете, в чем дело? Вот мы так стараемся соблюсти. И поэтому это все осталось. Сейчас даже я вам скажу больше. Но я думаю, что весь Кавказ присоединится к этому. Да, как бы, да, вот, да, да, к тому, хотел, что вы сказали, я что хотел, гость… Я хотел, да, я хотел посланник продолжить, Бога. Просто вот закончу. Вот в Грузии… Грузии, например, она бесперерывные войны вела практически, пока не вступила в этот союз. Союз России, да, бесперерывные войны. Но там гостеприимство ценилось выше, чем даже воинская доблесть. Понимаете? Угу. Гостеприимство. Отношение к гостям. Да. А что выше. Касается Кавказа, то по роду своей деятельности за Кавказье, то я везде... Часто везде бывал там, допустим. Первый раз норматив мастера спорта Советского Союза, будучи 20-летним парнем, я выполнил на международных соревнованиях в Баку. Вот, видите, вот. Игорь Мрачевич, мы с вами почти родственники тогда. Да, вот, для меня Баку, тем более там у меня родственники живут до сих пор еще там, да. Вот это здорово. После программы можно будет поподробнее переговорить, да. Родственники живут, и я часто туда приезжал. Сейчас, правда, реже, потому что уже возраст, наверное, и другие дела еще. Но когда от Тбилиси жил, там всего-то 600 километров из Тбилиси до Баку. Да, Господи. Да. Там это ерунда. То же самое и об Армении могу сказать. Там вообще 300 километров, понимаете, в чем дело. То есть жили красиво, дружно, по-доброму жили мы, по-доброму. И вот это тоже надо сохранить. Оно сохранилось, но где-то что-то смазалось. Но я надеюсь, что оно сохранится, продолжится. Вот это вот. Ну, раз уж мы поговорили немножко о грузинском гостеприимстве, а все-таки какие требования к гостям? Гость тоже должен вести себя определенным образом и что-то там себе не позволять? Или прям вот ему все можно, потому что он посланник Бога? Вот, нет, вот посланник Бога как раз ограничивает себя. Очень хорошо он это ограничит, посланник Бога. Если он истинно посланник Бога. Если он беспредельщик, то это другое. То он посланник другого, с другой сущности. Что касается вот этого, очень хорошо, знаете, как вот, сейчас перевести, постараюсь по-русски перевести, да, гость хозяину нужен как воздух, потому что он должен дышать, жить, да, но гость должен даже выдохнуть дать ему потом, а то помрет хозяин. Слушайте, интересный смысл, да. Вот такой смысл. Если он принимает тебя как воздух, то есть вот как жизненную силу свою, да, ты гость, и он радуется, но ты должен так вести себя, чтобы он не умер, он тоже должен. Понятно. Просто есть известная поговорка, да, незваный гость хуже татарина, я уж не знаю, за что так татарам досталось, да, почему их сравнивают с этим. В общем, рамки определенные гости они тоже. То есть, не забывай, это
чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Что касается незваного гостя, извините, Игорь Иванович, это переводится по-русски так. Это переводится по-русски так. Я поговорку другую вам скажу, что гостям рады два раза. Когда ушел. Когда пришел, когда и пришел, когда ушел. До свидания. Ну, многие мудрецы говорят, там, допустим, европейские, эти всегда надо понимать, что до того, как надоели, за минуту надо уйти. Ну, это уже, так сказать, европейский. Этика. Да. А что касается гостя, да, я вам скажу так, что незваный, такого понятия нет. Гостя. За Кавказье. Нет. Угу. Любому гостю рад. Вот, рады хозяин. Вот отец встретил там товарища. Про свою семью говорю, да. У нас шестеро детей было. Отец, мать, бабушка. Жена. Он спокойно приходит. Но он хозяин дома. Он знает, что у него все дома есть. Для что приема есть. И что выпить. Он знает это. И поэтому смело приглашает. Он хозяин дома, он каждую эту знает, где что лежит и чего там, понимаете. Угу. И он знает, что мама приготовит, накроет, и они будут сидеть, гостить. Игорь Муратович, а смотрите, ведь люди тогда просто билеты начнут покупать в Грузию, просто так, и будут заходить в первые попавшие дома как гости, а? Мы же гости, да, принимаем. Мы гости, да, ну, слушай. Можно и так, можно. Я вам другой пример приведу. Я вот сейчас недавно, москвичка переехала работать в Тбилиси, уехала из Москвы. Там маленький бизнес открыла там, что-то с этим визажистом занят. Да. Она. И вот она рассказывала. Это в интернете есть. Она выложила в интернет этот случай. Эту историю. Да. Она говорит, я подошла к подруге, домофон нажимаю, не отвечает у нее домофон. С телефоном какие-то проблемы. Я стою, мучаюсь. Подходит женщина. Спросила, в чем дело. Она говорит, вот я не могу попасть. Тут пришла к подруге туда сюда. Она начала, а москвичка грузинский не знает. И она начала на другие кнопки нажимать. То есть кого-то нашла. Объяснила, в чем дело. Те открыли дверь. И женщина пожелала ей все пути и прошла дальше. Оказывается, она, даже ей не надо было туда заходить. Она увидела, что она мучается. Угу. Пришла, помогла и ушла. И говорит, я оторопела, говорит. Где такое? От такого отношения, да? Вот так, да. Просто а потом же... эта женщина, наверное, до подруги дойти не могла. Потому что сначала в правую квартиру, потом в левую в гости, потом следующую. Кстати, дошла, не дошла, там, это тоже... История умалчивает. Не знаю, плюс-минус, но полчаса опоздать туда-сюда, это нормально. Вот видишь. Вот скидка на это. Ясно. Что делать? Чем и как принято принимать гостей? А? В грузинской традиции чем, как принято принимать гостей, что на тот же стол выставляется, ну, накрывается? Прежде всего, да, прежде всего стол. Пока там хозяйка готовит стол, там мужчины могут сесть отдельно, там поиграть нарды, например. Угу. Пока ждут, да, пока готовится? Ждут, да. Или кофе попить. В Грузии какие нарды любят играть, короткие или длинные? И те. Я, например, и те играю. Если с вами, то длинные сыграю. Я знаю, вы больше любите. Ты же еще не сыграл, а уже знает, Игорь Радович. Простите, я не знаток. Короткие, длинные. В том числе и по продолжительности отличаются, да? Да. Длинные как-то подольше нужно. Длинных убивать нельзя, а в коротких можно. Эти камни. Вот разница. И там... Ну, думать, мне кажется, думать лучше надо. Думать и тут, да. Мужчины ждут, сидят, женщины готовят. Все, все накрыли, пригласили, и начинается здесь дискриминация. Так. Во. Женщины накрыли и ушли. Угу. И они не участвуют в этих мужских разговорах. Вот где дискриминация. Вот где жалко женщин. Ну, женщины могут там где-то присесть, они тоже между собой поговорили. Я утрирую. Да. Ну, неинтересно сидеть с мужиками и слушать их сплетни. Как мне мама сказала в свое время. Я говорю, ты почему не сидишь с нами? Ну, мне неинтересно, говорит. Ну что, вы сидите, разговариваете. То, что от меня зависит, я все сейчас сделаю. Понимаете, чего дело. Ну, это общая кавказская черта, да, опять же, да? Когда мужчины говорят. И наоборот, кстати. Если приходят, допустим, вот к нам домой приходили там два брата старших, невестки, там еще кто-то, женщины, да, собирались. Там мы носа не показывали.
Начинается дискриминация наоборот. Да, мы поздоровались, все, что надо, сделали. Даже отец кофе варил хорошо. Принесет кофе, там, третье, пятое. И мы уходили. Нарезать арбуз? Арбуз, лет. Да. И уходили. То есть вот здесь вот такое равноправие, может быть, на какой-то степени. Вот, есть. Что еще сказать о дискриминации? Даже не знаю. Давайте не о дискриминации, давайте о дружбе. У нас программа «Союз нерушимый» все-таки. Я шучу. Да, да. Ну, а, не знаю, стол этим только и ограничивается, что ли, прием гостей? Еще ведь грузинское застолье, грузинское застолье – это очень интересное явление. Просто пить есть там не будут. Там чуть-чуть выпили, пошла песня. Если чуть-чуть еще больше перебрали, пошли танцы. Вы понимаете, в чем дело? Вот если вы придете в кафе «Тифлис», у меня такое панно есть большое, и там как мужчины гуляют. Большое такое, 2 на 1.5 метра. Я вам покажу. Там. Вот песнопение? Они... Не, они и поют, и танцуют еще. У вас? Нет. В «Тифлисе»? В «Тифлисе». Ну, станцуем, от дозы зависит, сколько примем. А петь? Петь это потом еще на следующий день. Так. Вот. То есть это вот это потом опять тосты начинаются, потом опять начинается вот это пение, потом на гитаре кто-то играет. Это вот, вот так разбавляем. Вот это вот живое вот пение это, очень хочется вот послушать. Вот это разбавляем мы, вот это чревоугодие, так скажем, да, вот этим разбавляем. То есть, вот это а вы поете, пение, Игорь Иванович? Танцы. Аж не по голосу незаметно. Ну, мы уж не будем просить уж... Да, а почему нет, у нас с тобой бывают и музыкальные передачи. А, кстати, вот это уникальное явление, как грузинский, да, тост, тост на Кавказе. Вот это откуда это вообще? Где истоки этого? Почему именно вот... сотнями лет шлифовалось. Я считаю... Это же мастерство, это же искусство. Это искусство. Чтобы заставить задуматься и так вот... Вот у меня тоже там книга есть выпущена, «Грузинская кухня». Потом я вам покажу там она. Это, по-моему, в 2000 году, да, вы выпускали? В 2000 году, да. Это искусство, искусство при том, знаете, как вот каждой хозяйки. Вот каждой хозяйки свой какой-то секрет есть приготовления того или иного блюда. Понимаете? Вот я по себе знаю, если идем к одним, там ну, хачапури нажимаем. Потому что знаем, других таких не будет нигде. Другим идем, я уже знаю, что там сациви будет супер. Значит, хачапури я отодвигаю, сациви. И хозяйка тоже знает, что этого конечно, надо побольше это, приготовить, потому конечно, что будут налегать именно на это. Не, более того, не скромничаю, я говорю, что я приеду на сациви, только больше ничего не хочу. Я там шашлык, это, ладно, бог с ним. На сациви приеду. Немножко подальше микрофон у тебя, да, чтобы говорить в него. Вот. То есть у каждой хозяйки есть свои фирменные какие-то блюда, которые она, конечно, делится. Выкладывает на стол. А мужчины в Грузии вообще не готовят? Готовят, как нет, готовят. Готовят, очень хорошо готовят, кстати. Повара все, в основном мужчины, во всех общепитах мужчины. Но дома это приоритет женщины в основном. Она не подпускает. То есть, например, мужчина, работающий шеф-поваром какого-то заведения, она он дома не готовит, не готовит его супруга. Потому что супруга лучше готовит, она чем не... шеф-повар. Но знаешь. Она ему об этом не говорит, чтобы, его, ему об этом не чтобы говорит. Его не обижать. Да. 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 Чтобы не обидеть. Да, да, да. Профессиональную гордость шеф-повара. Игорь Иванович, а вот обычно, ну я не знаю, я по себе сужу, когда приезжаешь, как ты хочешь как бы раз приобщиться к местному колориту и, ну, чуть ли не увидеть каждый день там, ну, какой-то там обыденный, ежедневный, там, не праздничную сторону, а такую вот. И поэтому там рвешься куда-нибудь, если даже поесть, рвешься куда-нибудь, где не то что ярко, а смотришь тут, ага, местные ребята сидят. Вкусно. Да, значит, сюда надо там, да. Вот, как вот человеку, так сказать, сориентироваться в этой ситуации, ну,
приехал, ладно, путевка там, вот там по экскурсиям тебя водят. Но когда по экскурсиям опять показуха где-то появляется, еще что-то. Как бы вот от показухи к жизни как бы вот пройти. Очень просто. Не приукрашенную какую-то, да, вот очень увидеть жизнь, самую простую настоящую. Жизнь. Очень просто, я вам просто гарантирую это. Вот стоит таксист, да? Да. Подошел, скажет, дорогой, я хочу вкусно покушать, понимаешь, в Тбилиси. Ты таксист, ты все дырки знаешь. Скажи, да, пожалуйста, где можно вкусно покушать? Я тебе уверяю на 100%, он поделится. Скажет, вот там, где туристы, туда не ходи. А вот в этот переулочек сходи, там подвал спустись и поешь это. Таксиста нет, человека встретил, только мужчину. Мужчина. Женщине. Мужчину встретил, сказать, я хочу поесть вкусно. Где здесь можно? Вот, где вы обычно собираетесь туда-сюда? Наверняка он даже может проводить. Если время есть у него, он проводит прямо до заведения. А если еще более-менее сейчас там тяжело, там с финансами, если есть, он вообще и угостит. То есть, грубо говоря, накормит. Да, а вот чтобы попасть еще, вот поел хорошо и вот захотелось послушать грузинское пение, вот бывает, чтобы прямо реально в кафе люди там что-то там как-то... Вечером. Вечером. Можно попасть на такое. Спокойно. Тоже. И тоже к таксисту надо подходить? Нет. Это там на слух, видимо, надо идти. Есть специально. Вот большие компании, когда бывают, да, большие компании, там всегда 2, 3, 4, а то если очень большая, то и семиголосие услышишь, то 7 голосов. И гитара обязательно у всех там. Две гитары обязательно. Это. То есть это очень спокойно можно попасть, даже поучаствовать, присоединиться, с удовольствием приму. Да? С удовольствием приму. То есть пришел покушать, смотришь, люди веселятся, говорят, слушай, я с вами хочу повеселиться. Да, ради Бога. Опять тот же принцип, Бог, гость, посланник Бога. Вот послал Бог нам человека, все. Реклама у нас сейчас будет небольшая. Игорь Мурадович Барслива, основатель и владелец кафе «Тифлис», у нас в студии. Мы сегодня путешествуем в Грузию. Прервемся, скоро продолжим. Союз нерушимый. Продолжаем наш разговор. Да. Хотелось бы сейчас на практических вопросах сосредоточиться, да, вот такое руководство, может быть, конкретное дать. Как добираться до Грузии? Когда, Игорь Маратович, последний раз вы Грузию? Месяц назад. Месяц назад. Отлично. Со специями, Игорь Маратович сказал, вернулся. Отлично. Вот, мешком специй. Давайте. Летаем с аэропорта. Внуково. Внуково. Домодедово. Еще какой-то новый у нас аэропорт. Сейчас есть этот, я не знаю, еще третий аэропорт маленький. Раньше я никогда не летал, но я не знаю это. Меня Внуково устраивает. Почему? Почему я Внуково? Отсюда прилетаешь на Внуково, и там же прямо из первого, да? Два часа, и ты улетаешь. Стыкуется удобно. Так. Удобная стыковочная, такой рейс. Цена перелета, если сейчас говорить о ней. А? Цена перелета Москва-Тбилиси. Ну, гораздо дешевле, чем из Кирова в Москву поехать. Да? На самолете имеем в виду. Да. Дешевле? Дешевле. Ого, вот это открытие. Вот так вот. Да. Я туда, ну, я скажу, озвучу цифру. Туда и назад поехал-приехал, заплатил 12 тысяч рублей. Да. Понятно. Ну да, сопоставимо. Да, в общем-то, да. Игорь Маратович, паспорт? Там... должен быть загранпаспорт и больше ничего. Визы не надо? Ничего не надо. Ты показываешь паспорт, тебе ставят печать. Добро пожаловать в Грузию. И вручают паспорт. Это занимает ровно 5 минут. Угу. Причем общение все на русском происходит, естественно. Да. В какие города есть рейсы? Какие города? Да, не знаете случайно? Не понял. Ну, вот, кроме Тбилиси? Тбилиси. Сейчас как-то очень сложно стало. Вот с Казани. Батуми. Казань, Тбилиси есть. Казань, Батуми есть. Но почему-то Казань летит в Питер, а из Питера потом уже в Батуми. А, вот так вот. Да. Объединено. Угу. Вот единственный рейс, который прямой, это два рейса. Вот это грузинские авиалинии. Почему я пользуюсь ими? Потому что прямо 2 часа 20 минут, и ты там, это в Тбилиси. А это, не знаю, из каких соображений, видимо, экономии или что там, вот такие рейсы. Или Москва, Санкт-Петербург, Тбилиси. То есть из Москвы ты летишь в Санкт-Петербург. Или Москва, Стамбул, Тбилиси.
Но это уже вопросы к авиаперевозчикам, конечно. Да, почему они так логистически выстроили, почему тогда? Ну, видимо, так устраивает. Мне трудно ответить. Почему. А автомобильный транспорт? Авто отсюда это прямо все из просто Киева. До Владикавказа. И оттуда вот 200 километров ты уже в Тбилиси. По нормальной, хорошей дороге. Кстати, дорогами там нормально. Очень хорошо сейчас с дорогами. Наше водительское национальное удостоверение, наша страховка. Все проходит. Это все проходит, действительно. Все проходит. Плюс загранпаспорт нужно с собой брать, естественно. Да. Единственное, что. А сколько ехать? Смотря как ехать. Как быстро ехать. Ну да, да, да. Я помню такое. Один знакомый привез на 12 или 13 тысяч штрафов. Но торопился, хорошо. Торопился. Чуть-чуть, да. Торопился. Да. Говорит, лучше на самолете полетел бы. Как говорит один странник, говорит, я шел, спросил у человека, сколько до такого-то города. Он молчит. Ну, я, говорит, 10 шагов сделал, он меня окликает. Я говорю, чего? Так вот тебе-то идти полдня. Он говорит, а что, сразу не мог сказать? Ну, я должен был посмотреть, как ты идешь, да? Это точно. Так что и тут. В принципе, 2500, 2600 километров тоже. Километров. Да. На поезде? Поезд опять до Владикавказа. Туда в Грузию не ходят поезда, потому что там Абхазия, и она перекрыта дорога. До Владикавказа, из Владикавказа? Да, Владикавказа там очень много стоят. Это такси автобус, маршрутки. Да, маршрутки. Угу. Очень то есть, много. Несмотря на, как бы, типа, что там, конфликт, там, Владикавказ, там. Все это такое. У кого конфликт? У народа нет конфликта, поэтому. То есть все очень просто, да, спокойно все просто сел очень, и поехал, да. Все очень просто. К поезду, там около вокзала уже стоят эти машины, и российские, и грузинские машины стоят номерами. И при том недорого предлагают там 25 лари, 10 долларов. 10 долларов, ну 600 рублей округляем, да? Да. То есть с Владикавказа до Тбилиси? А? До Тбилиси? До Тбилиси, да. Да, прямо 600, до автовокзала. 620 рублей, да. Угу. А уровень цен порядок сейчас непосредственно? На что? На общий пит. Сходить покушать. Дешевле, себе. Намного дешевле, чем дешевле. Здесь. Я уже о Москве не говорю. Дешевле, чем в Кирове, да? Да, да, да. Включая и вино, раз уж мы в Грузии. Естественно, да? Естественно, да. Угощения разнообразные. Да, да, да. А иногда и бесплатно, наверное. А не иногда, часто бывает. Вот видишь. Особенно если к Ахетию попадешь. Так. Ну, один турист, по-моему, все дни там провел уже. Только на самолет еле успел. Прилететь. Не отпускали его? Нет, пять дней сидел. Правда. Пять дней? Пять дней в семье гулял. Ничего себе. Ну, хоть что-то-то они должны были какое-то задание-то дать. Вот нам тут что-то нужно сделать. Ты помоги нам, пожалуйста. Нет. Любой нормальный человек, по-моему, будет чувствовать себя должным в этом случае. Игорь Иванович, ну, хорошо, без машины приехал, прилетел, вышел, устроился в гостиницу. И реально хочешь посмотреть там то, что вы назвали, еще там другие какие-то истории, дворцы какие-то там, исторические места, башни какие-нибудь там и так далее. И опять не хочешь, вот, ну, кто-то с тур-группой там ходит, а кто-то, да я хочу так посмотреть. Индивидуалист. Да, вот он, да. Ну, все равно кто-то должен что-то посоветовать. Например, там есть старый город, называется. Или, как в Тбилиси называют его еще, Мейдан. Он очень интересен. Интересен тем, что вот рядом стоят синагога, мечеть. Православный храм. Православная церковь. Понимаете, в чем дело? Как в Иерусалиме? Ну, я думаю, что даже как-то более теплее. Молодец. Это субъективно. И пожилые люди все сидят. Все ведут разговор степенный, чай пьют, кто кальян курит, там это, и сидят, что-то вспоминают. Вот старые люди говорили, это люди одной национальности, тбилисцы, понимаете? У него другой нет национальности, там не делят, он тбилисец, все, и этим все сказано.
Понимаете, в чем дело? И многие взрослые, вот мои ровесники туда-сюда, когда иногда спрашивают там, какой ты национальности, я говорю, я тбилисец. Угу. Все понимают, уже, да, что там остальное все уже лишнее. Разговор. Не нужно объяснять. Потому что есть районы полностью, Алабар, допустим, армянами заселен. Там рядом район азербайджанцами заселен, понимаете. Здесь молокане. Кстати, очень много молокан, да, старообрядцев, которые там живут испокон веку, еще 200-300 угу. лет там живут. Да? Это. Но проблем никогда не возникало. Никогда. Все тбилисцы. Все тбилисцы. Тбилисцы. Одна национальность тбилисец. А время года самое подходящее для путешествия в Грузию? Вот чтобы и не жарко, и насладиться как-то всеми прелестями вот природы. Это, и... конечно, конечно, это конец мая, начало июня. Угу. И сентябрь, и полоктября. Вот это самое такое полное изобилие. То есть на рынке все трещит по швам, цены смешные. Ну, просто для сравнения вам, вот сейчас я уезжал, черешня, если на рубли перевести, угу. да, где-то 25 рублей стоило килограмм. Ну, это, да, по кировским меркам это, конечно, вишня, дешево. Вишня также 25-30, там абрикосы тоже 25, арбуз 5 рублей. То есть, ну, понятно, я уже не говорю, эти помидоры, огурцы, зелень, там... Ну, кстати, рубли-то свободно принимаются или все-таки принимаются. Нужно? Принимаются. Не, да? Проблема, да, не проблема. Проблема. Любая валюта там принимается, там она свободная. Сейчас, тем более, она Евросоюз как бы ей разрешил без визы уезжать, приезжать гражданам Грузии. Поэтому там любые деньги крутятся, обменников много. Евро, рубли, лари. Да, доллары, фунты, все, что хочешь. Там, это казахские, тенге, там, ну, все деньги, которые идут, там, они работают, все деньги там. А вот для туриста оптимальное количество дней, которые стоит провести, ну, там, понятное дело, что можно остаться навсегда. Но это вот, с дорогой? Ну, вот, да, с дорогой. Но вот сколько минимум вы бы порекомендовали рассчитывать на то, чтобы такую хорошую поездку в Грузию совершить? Хорошую поездку. Чтобы влюбиться в Грузию. Чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться, надо там родиться, извините за команду. Ну почему? Нет, многие приезжают, живут там сейчас, но очень много. Там, например, вот опять я зашел в соцсети, пишет, говорит, я открыл фирму и с оборота прочу 1%. И все, больше ко мне никаких претензий, никаких вопросов. О, вот такая налоговая, да? Да. Такая, система. Условия для бизнеса. Система такая, говорит, я. И когда открывал фирму, говорит, мне дольше, больше время заняло припарковать машину, чем открыть фирму. Чем зарегистрировать, да, все, да? Да? Все бумаги оформить. Да, все бумаги оформить. Там очень хорошо сделано вот это юстиция, называют дом юстиции. Все справки, все документы, любые, там в течение там, сколько-то небольшого времени тебе предоставляют. Просто, если интересно, я могу пример привести. Знаете, что такое загранпаспорт получить, да, у нас? У меня старшая сестра там сколько? Живет. Месяц у нас его получают, да? Месяц. Старшая сестра живет, и я говорю, пока я приехал, давай я тебе сделаю загранпаспорт. Сели в машину, поехали, вот это юстиция. Угу. Подошли и говорим, вот я сестре хочу паспорт сделать. Она начала ее опрашивать. Эта девочка опрашивать. Потом говорит, вот прочтите, я правильно записал или нет? Сестра говорит, да, правильно, прочитайте, тогда распишитесь. И еще вопрос был, а где вы родились? Она говорит, я Тбилиси в 40-м году, в советское время, еще в 40-м году. Туда-сюда. Сейчас, говорит, надо этот, как его называется, свидетельство. Я говорю, думаю, сейчас туда в архив ехать. Я говорю, что мне в архив? Говорит, нет, зачем? Она берет трубку, звонит в архив, говорит, вот такая родилась, там подтвердили. Да, родилась, она пишет, что подтвердилось. Все? И все. Загранпаспорт. Фотография. Говорит, вот здесь фотографируйтесь, через 30 минут подходите и это, получите это. Мы пошли, ну, через 40 подошли, паспорт готов, взяли, ушли. Боже мой, хочу в Грузию. Вот видишь. А последний вопрос у нас как бы со временем. Время-то уже мы перебираем немножко. Насколько там, вот вы говорите, что пришел там бизнес там и так далее, но грузинский язык уникальный язык.
И не каждому дано как бы сразу его изучить, да? Безусловно, безусловно. И я могу открыть фирму, как бы, будучи просто носителем русского языка. Носитель русский, английский, испанский, любой. И без проблем там, без то есть и документы, и писать без... заявление могу по-русски. И все, все без проблем будет. Ой, вот такое, ну что, непродолжительное, но очень интересное путешествие. Про братскую Грузию, да. Да. Получилось. Так что приезжайте, ребята, получите колоссальное удовольствие. Спасибо большое, Игорь Мурадович Барслива, основатель и владелец кафе «Тифлис». Ну и кафе тоже не обойдем стороной. Пожалуйста, двери всегда открыты, да, Игорь Мурадович? Да. Спасибо большое. Это завершается «Союз нерушимый». На сегодня до свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. «Союз нерушимый».